Ирина Салтыкова вместе с Алиной посетили праздничный концерт. Модные стилисты отметили, что мать и дочь выбрали безвкусные образы для выхода в свет. В Кремле состоялось празднование 23-летия телеканала Муз-ТВ в эфире. На торжестве побывали Анна Седокова, Ольга Бузова, певица Жасмин, Ёлка, Митя Фомин и другие звезды российского шоу-бизнеса. Ирина Салтыкова с Алиной появились в Кремле в контрастных нарядах. Певица выбрала черный мешковатый костюм. Юбка в пол и спортивного плана босоножки смотрелись слишком странно. Алина на контрасте с Ириной была одета в яркое белое платье. Наряд был украшен перьями, которые виднелись в самых неожиданных местах. Девушка завершила образ меховыми босоножками. Она также продемонстрировала свои татуировки. Мать и дочь Салтыковы. Не туда завернула Алиса. В дурновкусии она таки обошла мамку. Меховые босоножки, платье с выглядывающими из странного места перьями и бунтарские татуировки. Прокомментировал наряды звездной семьи телеграм-канал Dark Cosmo. Поклонники также нашли образ Салтыковой-младшей неудачным. «Очень бледна, не дотягиваете до Муз-ТВ, Алина, совсем не айс», — написали фолловеры. Ранее Ирина Салтыкова показала редкое фото с 66-летней Татьяной Веденеевой. Фанаты кинозвезд восхитились тем, насколько они молодо выглядят. В июне певица вместе с дочерью посетила церемонию вручения ежегодных премий Fashion People Awards. Алина вышла в свет впервые после пластики лица.